Та самая камчатская рыба впервые на прилавках магазинов Сасово. Гастрономическая ярмарка развернулась в областном центре, и вся продукция здесь натуральная и полезная. Именно поэтому прилавка людна. Особый спрос на чавычу, королеву лососевых. Вкус этой рыбки никого не оставляет равнодушным. Она и жирненькая, она для сердца хорошо, для сосудов. А потом я 10 лет жила Камчатка, Дальний Восток, я знаю, что такие рыбы. Покупатели уже давно знают, золотой лосось с тремя звездами – гарантия высокого качества всей продукции. От белорыбицы и палтуса до тунца и форели. Здесь найдутся деликатесы на любой вкус. Только чавыча представлена сразу в нескольких вариантах. Чавыча наши покупатели полюбили. Покупают слабосолененькую и вялено-копченую, также холодного копчения. Копчение используется щадящее. Это значит, что такая продукция сохраняет полезные свойства и свои вкусовые качества. Убедиться в этом можно прямо на месте. Всю продукцию перед покупкой можно продегустировать. Все пробовала. Опять пришла. Опять захотелось. Она очень вкусная, все знают, что она вкусная, полезная. Только на этой гастрономической ярмарке можно найти нежное и сочное мясо камчатских крабов. В наличии и натуральная красная икра. Попробовать и приобрести деликатесы можно с 23 по 25 августа в Сасово, в торговом центре «Детский рай», на улице 40 лет октября, 56. Время работы с 10 до 19 часов.